люблю баловать детей вкусными и натуральными десертами. Сегодня я покажу вам легкий десерт из домашнего овсяного печенья, творожно-йогуртовой прослойки, вишневого мармелада. Для десерта понадобится печенье, любое грубое, я взяла домашнее овсяное, творог, натуральный йогурт без вкусовых добавок, вишни и сахар. Хочу обратить ваше внимание на то, что вишни можно взять как свежие, так и замороженные, главное, без косточек. Замороженные вишни предварительно размораживать не нужно, засыпайте их сразу в кастрюлю и на медленном огне доводите до кипения, не волнуйтесь, ничего не пригорит, не забывайте помешивать, в процессе будет выделяться много сока, горячий мармелад густой, но по мере остывания он будет становиться еще плотнее. Готовый десерт держите в холодильнике до подачи, все слои пропитаются, десерт станет мягче и нежнее. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты, приступим. В кастрюлю выложите вишню, поставьте на средний огонь и доведите до кипения, ничего добавлять не нужно, она пустит сок и будет вариться в собственном соку 10 минут. Тем временем смешайте сахар и крахмал. Вишня сварилась, жидкости достаточно. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Всыпьте крахмал с сахаром и быстро перемешайте. Доведите до кипения вишни с крахмалом и сахаром и снимите с огня, масса густая, по мере остывания будет становиться плотнее, как мармелад. Творог соедините с йогуртом, я добавила столовую ложку сахара, но это не обязательно, ориентируйтесь на свой вкус. Печенье выложите в чашу измельчителя. Включите чоппер на пару минут, я сильно не измельчаю, чтобы оставались крупные крошки. Разделите крошки на две части, первую часть распределите на 5 стаканчиков. Далее разложите по 2 ложки творожно-йогуртовой смеси. Распределите половину вишневого мармелада. Повторите слои снова, отправьте десерт в холодильник на 1 час. Перед подачей украсьте на свой вкус. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Овсяное печенье, 200 грамм, творог, 200 грамм, йогурт натуральный, 10 столовых ложек, сахар, 150 грамм, вишня, 600 грамм, крахмал, 35 грамм, количество порций, 5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Заходите на канал снова, котятки.